Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Как поживаете? Как у вас здоровье? Все ли в семье хорошо? У меня все хорошо. Я сегодня перед вами без макияжа. Вот. У меня были комментарии, где одна моя подписчица пишет мне, что почему ты все это глотаешь, что все это вредно. Конечно, это вредно для здоровья. Я никого не призываю, чтобы вы глотали так же, как я. Это просто мое, как можно сказать, все это мое. Я мое видео и мои все мои видео я никого не призываю глотать. Мой организм уже привык к этому. И не глотать я тоже уже не могу. Уже 3,5 почти года, почти 4-й год я все эти сладости глотаю. И насчет моих пятен на лице. Эти пятна, это все веснушки мои. Они у меня есть с тех пор, как я себя помню. Они у меня с детства. Я выросла, подростком стала. Ну, конечно, для девчонок вы знаете, что это все будут комплексы для нее. Для меня тоже были они комплексы, но я с этим смирилась, потому что, что бы я ни делала, они не уходят, вот эти мои веснушки. А вот эти пятна, вот этот и это пятно, и вот это пятно, они появились потом. Но я с этим боролась, и сейчас делаю все возможное, чтобы вылечить, но безрезультатно. Ну, не то чтобы совсем нет результата. Они у меня появились уже год почти здесь. Но с моей печенью все хорошо. За меня не переживайте. С моей печенью, с моими почками, все мои внутренние органы в порядке. Я каждый год делаю обследование, сдаю анализы. Конечно, анализы меня не радуют, потому что у меня гемоглобин низкий. Но я делаю все, чтобы поднять свой гемоглобин. То поднимается, то снижается. Ну, как вы понимаете. И у меня одна подписчица просила, чтобы я показала, сделала список моих любимых вкусняшек. Вот. Я собрала здесь свои вкусняшки. Топ-десятка, можно сказать. Но здесь не 10 штук, здесь 8 штук, которые мне по душе, которые мне больше нравятся. И сегодня я хочу попробовать их вместе с вами. Конечно, начнем с любимого нам, с любимого мною Астаны. Вот она, моя Астана. Это первое.
сливочная, жирная. Вкус свежей побелки. Хруст глухой, немножко залипает. Без крупинок. После разжёванной сразу превращается в кашицу. Мне трудно говорить. Потому что уже залипла. Голубая узбечка на втором месте. Голубая узбечка соленая, жирная, плотная. Как мокрый бетон, соленый. Супер. И на третьем месте Уралочка. Абсолютно не залипает. В
крупинку до конца. Вкус сырости. Супер. Четвертое. Астана розовая. Менее жирная, чем Астана 2. А здесь есть чуть-чуть солинка. Она идет волнами. Нет, не такая сильная, что как голубая узбечка. Нет, не такая соленая, но чуть-чуть есть. И какие-то там цветочные нотки тоже есть. Чернослив. Жирная. Красная киргизская.
она насыщенно бордового цвета, жирная, не соленая, есть чуть-чуть, да. Как у розовой избечки. Чародейка. Это все, что у меня осталось. Довольно плотная, залипает. В нем есть вкус смолы. Знаете, мне это детство напоминает, вкус чародейки. Залипла уже. Туркестан серый. Она очень плотная, очень жирная. Делится на пластинки. Еще она соленая. Тут какие-то желтые прожилки. Не хрустит почти. Только из там плитки. Вкус пыли, запах, взрывной запах, как после дождя. Ну что ж, девчонки, дорогие мои, я показала вам топ своих любимых вкусняшек. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем спасибо. Пока-пока.